Ломастерма, Курметте, Утандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я делаю обращение в адрес Касым-Жомарта Токаева. Сегодня и вчера я видел, что сотрудники энергокомбината Мангыстау заявили о гигантских проблемах на этой электростанции, которая является поставщиком холодной горячей воды, осуществляет опреснение воды, дает тепло в город. В общем, ситуация критическая, если это предприятие разорится, если будет авария, фактически весь регион останется без света и тепла, и воды, очень важно. В этой связи я делаю предложение. Первое. Передать мне эту станцию в управление сроком на 6 месяцев, и что я в этом случае обеспечу, гарантирую. Заработная плата сотрудников, которая сейчас всего в среднем не более 160 тысяч тенге, будет составлять минимум 500 тысяч тенге, реально до 3 миллионов тенге будут выплаты в зависимости от квалификации. Средняя заработная плата не будет меньше 1 миллиона тенге. Второе. Это предприятие будет платить налоги в бюджет минимум в 3 раза больше. Я обеспечу в 5 раз. Третье. Вся ремонтная кампания будет произведена за счет собственных средств. Без поддержки правительства будет обеспечена вода, тепло, электроэнергия. Все бесперебойно. Ну что, Касым-Жомарт, рискнешь? Если я не справлюсь, ты можешь говорить, что я не умею ничего делать. А такие проекты я, когда работал министром, реализовал всего за 3 месяца. Сейчас я говорю о 6 месяцах, потому что я готов управлять этим проектом дистанционно. Рискнем? Давай попробуем.